шедевры кулинарного искусства оренбургского казачества, башкирской и мишарской культуры. Воспитатели и педагоги детского сада испекли сразу три блюда, ровно по количеству культур, представленных в коллективе. Для презентации подготовили народные костюмы и небольшой рассказ о кулинарных шедеврах. Блюдо наше называется балиш. Балиш – это блюдо татаро-башкирское, ну и мишарское, конечно же. Мы сделали блюдо вакбалиш и зурбалиш. Сладкий пирог с рисом, с курагой и с изюмом. Всего в Рощино набрали 10 команд из разных учреждений. Трудовые коллективы устроили на сцене настоящее шоу. Песни, танцы и обязательно эффектные костюмы. Зрители покорили ростовые куклы пельменей. Все блюда после презентации отправили на экспертизу жюри. Если пейте, угощайте, поможете, развлекайте наш первый тушу ворот. Открывайте шире рот. Рощинская школа представляет для вас универсальное блюдо всех времен и народов. Это блины! Блюда, приготовленные жителями Рощино, порадовали не только жюри, но и всех зрителей. Сотрудники публичной библиотеки взяли на заметку многие рецепты. Для составления гастрономической энциклопедии Южного Урала специалисты посетят около 10 районов региона. Мы библиотека, мы привыкли аккумулировать знания, поэтому очень замечательно, что нашим итогом станет энциклопедия, из которой жители нашей области и наши гости узнают много нового, как о народах, так о их культуре, о достопримечательности, о блюдах. Для самой энциклопедии жители предложили рецепт фирменного блюда – рощинского супчика. Наваристый бульон приготовили из курицы местного производства и вермишели макфа. Кулинарным шедевром накормили всех желающих. На празднике макфа провела викторину и всем победителям вручила подарки. Компания традиционно поддерживает масштабные проекты региона. Дмитрий Бочко, Андрей Грищук, 31 канал.